Утвердить председателей комитетов законодательного собрания Красноярского края и их заместителей. Комитет по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан. Председатель Чащин Владимир Федорович, заместитель Кардашов Виктор Иванович. Комитет по экономике и налоговой политике. Председатель Васильев Егор Евгеньевич, заместитель Мецлер Андрей Владимирович. Комитет по природным ресурсам и экологии. Председатель Дроздов Виталий Александрович, заместитель Захаринский Юрий Николаевич. Комитет по делам села и агропромышленной политики. Председатель Зырянов Владислав Валерьевич, заместитель Венга Валерий Хольмович. Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Председатель Попов Сергей Александрович, заместитель Ампилогова Галина Владимировна. Комитет по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов. Председатель Магомедова Людмила Васильевна, заместитель Фарукшин Валерий Михайлович. Комитет по охране здоровья и социальной политики. Председатель Зайцев Илья Александрович, заместитель Миронова Алена Андреевна. Комитет по образованию и культуре. Председатель Оськина Вера Егоровна, заместитель Субачева Ирина Николаевна. Комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды. Председатель Новиков Александр Вячеславович, заместитель Петренко Евгений Александрович. И комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС. Председатель Кулеш Алексей Викторович, заместитель Пензина Елена Евгеньевна. Коллеги, я предлагаю поставить на голосование вопрос о принятии постановления в этой редакции с учетом решений комитетов. Прошу поставить вопрос на голосование. Решение принимается. Поздравляем коллег с избранием. Впереди много содержательной и важной работы.